Всем привет! Буквально вчера вернулся из Мелитополя. Там состоялся чемпионат Украины по силовому экстриму. И поэтому следующие три видео будут об этом мероприятии. Друзья, если тема силового экстрима вам интересна, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, нажимать на колокольчик. Это очень важно. В этом видео мы увидим полное выступление чемпиона весовой категории до 105 кг Валерия Газаева. Интересен тот факт, что Валерий является президентом Федерации силового экстрима. Соответственно, на его плечи легла организация данного турнира от А до Я. За день до турнира Валерий и его люди с 8 утра готовили площадку, завозили необходимое стронговское оборудование, встречали и размещали гостей и решали прочие организационные вопросы. А в 7 вечера на мандатной комиссии Валерий с трибуны более часа разъяснял спортсменам нюансы предстоящих соревнований. Все эти хлопоты и заботы отобрали много жизненных сил и энергии Валерия. И взвешивание это подтвердило. Завязать Валерий Газаев. Значит, опа в тему, Валера. 3 килограмма. Подготовка площадки с 8 утра. 103-400 я весил последний раз, даже сейчас надо посмотреть записи. Может, лет 5-7 назад. Как впоследствии напишет Валерий на своей вики и страничке, никогда, никогда не совмещайте организацию соревнований и участие в них. В прошлом году Валерий стал вторым на чемпионате Украины, и сейчас больше всего на свете он мечтал стать первым. И вот наступило завтра. Валерий Газаев заходит на новый личный рекорд. До этого рекорд составлял 300 килограмм. Сейчас будет 310. Зарядим спортсмена. Вес установлен. Давайте зарядим спортсмена. Давай, работай, Вася. Давай, Валера. Пойдет так само работает. Вверх и спину протяни хорошенько. И терпи. Хорошо, Валерий. Новый личный рекорд Валерия Газаева. 310 килограмм. Богатырская тяга. Виктор Посудевский, город Киев, и Валерий Газаев, город, как это, Мелитополь.
Герасимов. Вторая — Александр Дубовой. Третья — Валерий Газаев. Четвертая. Четвертое упражнение Газаев Валерий был первым, с небольшим опережением полбалла, но ему это давало тактическое преимущество. Он тянул машину последним и к этому времени уже знал результаты своих соперников. И его основной конкурент — Герасимов Виталий. Кстати, Герасимов Виталий — это чемпион прошлого года по силовому экстриму. Справился с этой задачей за 40 секунд и 50 микросекунд. Значит, чтобы стать чемпионом 2017 года, Газаеву Валерию нужно было справиться быстрее. Смотрим. Спортивной формы.